Магомед Курбаналиев, чемпион мира, завтра будет выступать 74 килограмма. Мы последний раз с тобой виделись в Бразилии на Олимпийских играх, где ты как зритель был, да, а я как комментатор. Хочется попасть на Олимпийские игры? Ну, конечно, не только попасть, выиграть. Конечно. А зачем иначе туда ехать? Ну да, один раз был как болельщик, этот раз надо ехать и выиграть золото. Вот как болельщик, как ты вообще воспринял в Рио-де-Жанейро все, что видел? Расскажи вот. Ну, как сказал, когда наши выигрывали, очень приятно было. И тем более Сосик Рамонов выиграл на мой вес. Когда он выиграл, у меня двойная уверенность появилась, что я тоже мог выиграть, да, уверенность была. И потом другие тоже наши выигрывали, и за другие страны тройку входили. Очень приятно было, и атмосфера олимпийская. И если еще раз, иншалла, в следующем году, если попаду, это очень знакомое ощущение будет, но надо, как борца, надо на ковер выйти и выиграть. А скажи, Олимпиады все-таки отличаются от чемпионатов мира. Вот ты как устроен? На тебя вдохновляющая вот эта вся атмосфера? Или надо все-таки собираться, и чтобы не расшаталось, что называется? Ну, я думал, вначале, когда подготовка шла перед Олимпиадой, пока еще туда не попал я, на сборах, я думал, Олимпиада такой тяжело будет, думал. Вот со стороны смотрел, ну, больше волнений было многих. Ну, если собраться, не волноваться, это очень легко даже, я думаю. Как тренировался во время самоизоляции? Что делал? Может быть, резины, тренажеры? Что использовал? Во время карантина я, мой соперник Расул Газимагомедов, потом Абдул Рашид Садулаев, вместе мы, и Ахмед Гаджимагомедов вместе тренировались. И в Махачкале на море ходили, на свежий воздух работали, парки работали, в горы бегали. На место не стояли. То есть не накушал никто веса, все в форме были? Да? Ну так, я тот чуть вес набрал на сборах, это Агвалея там. А так вес нормальный был. Хочется побороться. Вот давно не было стартов чемпионата России. Какое желание? В бой быстрее? Давно, честно, до карантина я уже подуставший был, да, от всего, от борьбы, от всего. Ну, так как долгое время у нас это было перерыв, как по ходу карантина позже пошло. И такое желание, как будто сейчас начал тренироваться, уже хочется бороться и бороться. Слушай, у вас в весе собралась очень сильная команда, несколько чемпионов мира. Ты с кем бы хотел встретиться в финале? Конечно, с моим братом Расулом хотел встретиться в финале. Понятно, тогда я с Седаковым тоже пообщаюсь, спрошу, с кем он хотел бы побороться? Ну, с Седаковым за выход в финал, если мы успешно будем выступить. И а так, в другой группе Расул, это очень радует, что нас развели. И в финале, даже хоть проиграю, за него буду очень радоваться.